Повесили всех собак. В коррупции на украинской таможне виновен экс-председатель государственной таможенной службы Игорь Калетник. Об этом заявили бывшие руководители Южной таможни Михаил Ковальчук и Василий Кочеренко. Экс-таможенники утверждают, Калетник увольнял людей целыми списками и назначал тех, кто готов был носить деньги мимо госбюджета. Точных цифр никто не назвал, но речь идет о миллионах долларов в месяц. Деньги плыли рекой. Обстоятельства заставили или понудили нас сказать о том, какая же ситуация сегодня в Южной таможне и какая ситуация в целом таможенной системе Украины. Вся эта беда, которая сегодня свалилась на таможенную службу и на Одесскую таможню, я вам скажу откровенно, началась с приходом к власти в таможенную службу Украины Игоря Георгиевича Калетника. Были поломаны элементарные понятия чести, долга и защиты государственных интересов. Как выйти из сложившейся ситуации, бывшие таможенники не знают. Конкретных предложений у них тоже нет. После пресс-конференции бывший работник таможни уехал на скромном Hyundai. Базовая комплектация этой машины стоит 300 000 гривен.